Начнем обзор с видеоновости о боевых бабушках, что на Медне боролись за место. Нет, не под солнцем, и нет, это не шутка. Вот так отчаянно старушки сражались за возможность вести какой-никакой бизнес. А потом ворчат, что поколение молодое и невоспитанное совсем. Так есть кого брать пример. Не будьте злыми. Да, жизнь непростая штука, однако есть и в ней место празднику. В доказательство эти кадры, сделанные в Пушкинском парке. Там проводят по выходным концерты и дискотеки для тех, кому за. Главное это душой не стареть. Вы только посмотрите, какие они милые, танцующие в парах и поодиночке. Бабушки и дедушки. Сердце летнее встречи. И готовы всю жизнь и любить. А если захотелось чего-то нового и танцы ну совсем не ваши, езжайте путешествовать, как это сделали наши люди и отправились сначала в Елабугу, где прогулялись по окрестностям, а потом побывали в Казани, где им посчастливилось видеть показательные выступления пилотажной группы «Русь». Сложные фигуры и перестроения, завораживающие кадры. Это вид с земли. А так это выглядело из кабины пилота. Дух захватывает. У простого обывателя от полета на обычном пассажирском самолете особенно тревожно в момент посадки. Кадры оной в аэропорту Саранска разместил человек с остальными нервами. Почему? Да потому что вместо того, чтобы в панике вцепиться в ручку кресла и зажмурить глаза, он снимал процесс и момент касания земли. Фух. Дамы и господа, добро пожаловать в Саранск. Всем путешествий, приятных вечеров и до встречи на просторах интернета.